Так что, друзья, не спешите выбрасывать использованные баллончики от пневмопистолета, либо от сифона, как раньше они были на сифонах для газированной воды. Из них можно сделать вот такие три классные приспособления. Вот это будет ручка для надфиля, это будет коронка по дереву и вот такая вот типа коронки по выпиливанию разных резиновых прокладочек. Тоже очень нужная и полезная вещь. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо огромное за просмотр. Желаю всем здоровья. Самое главное, друзья, берегите себя в наше нелегкое время. И не принимайте сгоряча необдуманных решений. Всем пока-пока.